Я бард, я скальп, я рассказчик, и в этом мире давно. Сейчас поведаю песнь вам, где двое хотят быть в... Что-то в рифму так себе выходит. Итак, двое героических героев, получив все свои награды, вышли на тропу новых подвигов. Мы всего и добились. Даже не знаю, чего теперь хотеть. Да чего еще хотеть-то? Брага пенная, да баба рыжая. Не-не-не, на меня даже не смотрите. Я не в вашей весовой категории. О, вот это женщины. Воин и лучник. Кого же выбрать? Итак, наша сценка идет в ногу со временем, поэтому она слегка интерактивная. Итак, кого же выбрать нашим героям? Перед вами Мирида из «Храбрый сердцем». И рыжая Соня из фильма, который никогда не снимет Родригес. Так, а теперь, дорогой жюри или кто-нибудь, кто там остался, я не знаю, кто-нибудь, покажите, пожалуйста, кого им выбрать. Меня. Мирида, Соня, нет, давайте пальцы не показывать, на себе покажите, я верю, вы сильны в пантомиме. Вот он, он был стоит. Рыжая, рыжая, рыжая. А черт с вами, Мирида, так Мирида. Девушка, девушка, вашей маме грязь не нужен? Мой отец медведя голыми руками завалил, а ты вот это завалить не можешь. Зайдем с другой стороны. Знаете, чем хороша сковородка? Ей можно надоедливым по голове давать. И пока у вас ее нет, вам генофонд улучшить. Кто хочет быть моим мужем, тот должен победить меня в соревнованиях лучников. Тьфу ты, ё-моё. А можно другую посмотреть, а? Кто хочет быть моим мужем, тот должен сразить меня на мечах. А можно как-то менее кроваво сразить обеих? Песни! Романтической! Какая же песня поразит этих прекрасных дам? Давайте выбирать, допустим, «Дурак и молния» или «Ели мясо мужики». Ели мясо мужики! Ели мясо мужики! Поехали! Чудовищно прекрасно. Столько символизма, прямо чувствую себя героиней этой баллады. Но за песню мы вам свою честь не отдадим. На честь мы в целом не претендовали. Было бы что брать, знаете ли. Андрюх, ты так бабу себе никогда не найдешь. Чего же вы хотите, милые дамы? Достаньте мне яблоко молодильное. Хочу быть всегда молодой и красивой. А я хочу топор Тора, не меньше. И тут навстречу нашим героям выходят... давайте определимся, кто. Прекрасная девушка, гопник или топор? Гопник, топор, прекрасная девушка. Топор, топор, хорошо, давайте посмотрим, что будет дальше. Чё, кого? Пацаны. Прекрасные, воинственные пацаны. Согласитесь стать нашим проводником. Предоплата 50%. Остальное после дела. Окей. Чё у вас там? Начнем с яблок.
Они у вас тут на северах вообще растут? Нет, блин, только мох да березки карельские. Я так и знал. Да, короче, яблоки по запросу не простые, а золотые. Пойдемте. Куда? К Идуну. Да иду я. Ой, дурак, к богине Идун идем мы. Настало время Квиктайм ивента. Чтобы разбудить Фрею, вам нужно нажать крестик, треугольник и Саски. Саски! Что ж, Саски не прожат, поэтому танец. Бату-бату, джентльмен! Чего разбудили? Рагнарёк, что ли? Ой, а у вас тут прям к нему все готово? Конечно. Вон там даже дракар уже стоит, обшитый ногтями мертвецов. Ой, а что это на нем за разноцветный пластиковый ярус ближе к верху? Там даже написано 21 век Нейлс. Записывайтесь на ноготочки. Сердечко, обезьян, мол, руки. Но что означают эти руны? Возможно, того, кто записался. Ладно, хватит. Им яблоки нужны. Вам идут. Покажи хотя бы в какую сторону. Сложная задачка. Какое направление выбрать нашим героям? Правильно! Налево, налево. Все хотят налево. А направо никто не хочет? А на три руны никто не хочет? Наверх? Нет, наверх уже кольцо убрали, извините, пожалуйста. Ну, налево так налево, давайте, побежали. Значит, вот это еще память. Оно для Белоснежки. Ага, это для царевны. Нечего по всем мужикам за нос водить. Это подбросим на Олимп. Эй, девицы, а яблоки и впрямь молодильные. Красоту дают, а старость убирают. Ну, стареть после них точно перестают. Или ты думаешь, откуда поговорка «краше в гроб кладут»? Эй, подождите. Идун, ты ж вроде добрая богиня, а Хель злая. Вы что задумали? Да достали сады мои разорять, приходят тут всякие, дай да подай. Еще курица эта огненная весь молодняк обклевала. Жаль, птица. Так и знала, что ваша знакомая. Пошли вон попрошайки. Да ладно тебе, дай им вот это. Но оно же... Ага. Ну там же потом... Ага. Мальчики, держите идеальный продукт. С индивидуальным подходом. Дает суперспособности. Астрид, это вообще стоит брать? Ой, да ладно тебе. Бьют, беги, дают, бери. Потом разберемся. Нам еще топор Тора добывать. У него же мало. Тем более. И пошли наши герои лесом, полем, полем, лесом, горами, реками, полями, долами, через радужный мост. Через радужный мост я не согласен. Мне это, моральные устои не позволяют, вот. Это ты потом со своим фандомом на фигбуке разбирайся, что тебе позволяют устои, а что нет. Тебя куда унесло-то? И где нам искать этого вашего Тора? Тора? Я не ослышалась? Да, кажется, ваше лицо кого-то мне напоминает. Да мало ли кого. А давайте я вам покажу, где Тор, и пойду с вами. Мне ему кое-что сказать надо. Давай. Только что-то я устал тут уже. Лесом, полем, полем, лесом. Без проблем. Я же маг. Магичка.
Магесса? Магиня? Фу, чертовы феминитивы! Не томи, ведьма! Это то? Ага, а я его брат. Дома. Сестра. Неважно. Локи, значит. Надо было раньше догадаться. Это твоих рук дело? Один упаси. Это вот он сам. Накипело в нем много, не вывозит. А как бороть, не знает. А мы тебе зачем? Ну, как-то в чувство его привести может. Волнуюсь я. Ты волнуешься? За брата? Я в этом виде в целом достаточно тревожная булка. Как же привести в чувство бога Крома? Давайте подумаем. Ему может прийти повестка? А может ему ударить по голове? А может ему повестку ударить по голове? А, все вместе, пожалуйста. Повесточка! Какая еще повесточка? Мне 1000 лет, я бог. И вообще, я не в форме. Там дадут. Че? Да ну, не про это. У тебя брат, баба. А, это повесточка. Ну, пофигу, он взрослый, пусть делает, что хочет. Хоть в Netflix уходит. Ну, мужик, ну возьми себя в руки, смотрись. Не хочу, надоело все. Но ты же бог, герой, мститель в конце концов. Вот-вот, вы последние фильмы видели? Я тоже. Может, ему еще раз по голове дать? Не поможет. Ладно, последний аргумент. Мам! Что такое, сынок? Ой, это ты зачем так? Хотя... Так лошадку восьминогую, конечно, рожать проще будет. Внучок у меня будет, и больше назовут. С Лигниром я на нем кататься буду. Что? Ты что это с собой такое сделал? Ох! Да уж, мама, сильный аргумент. Топорик ты нам дадут? Зря пришли? Идут. Не хочу, не буду. Цыц, давай как учили. Я герой Асгарда. Чем вам, смертным, могу помочь? Нам бы топор твой. Это же молот. Ну, может, есть что. Ну, не знаю, детский твой. Не знаю. Мам! Ой, ребятки, это у него действительно молот. Сходите к дяде Сурту. Он вам топорик скует. Скажите, что я попросила. А как же... Видишь, твой брат старается. Пойдемте, дети. Это насчет лошадки. Опять ничего не получается. И так тоже не получается. Кажется, это Сурт. И кажется, у него подгорело. Да не горит у меня. Ну, видим. А что случилось-то? Говорю же, не горит. У Муспельхейма знаете, какое выгорание? Вот и все. Нам бы топорик, как у Тора. Ну, можно попроще. Ну, там не только достойному, можно хотя бы приличному. Или, ну, допустим, трезвому. Ты издеваешься? Ни в коем разе. Ему для женщины, не для себя. Очень просят. Я вам сказал, нет огня, ковать не получится. Да в смысле? Так понятнее.
Нет огня, нет топорика. Слушай, есть идея. Идун, где там твоя курица огненная ворует? Вот она, лови ее. Поймал! Горшок, тащи мешок из-под молнии. Подержи. Она ручная. Тоже себя как в лифте ощущаешь? Жги! Вот, держите! А курицу я с собой заберу, пригодится! Ну что, достали дары нам? Вот яблоко. Ах, какое красивое!